единогласно поддержали, так заявил председатель законодательного собрания Элисан Шандалович, говоря об итогах участия карельских депутатов в конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание прошло сегодня в Санкт-Петербурге. Из 38 рассмотренных инициатив 5 были карельскими. Речь идет о предложении расширить арктическую зону России и включить в ее состав Костомукшу и Сигежский район, а также создать карельскую опорную зону, статус которой позволит республике заявляться на федеральное финансирование в сфере развития Арктики. На конференции обсудили предложение повысить статус финского языка как учебного предмета, законодательно закрепить порядок складирования вырубаемой древесины и расширить льготы родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. «Мы нашли понимание у наших коллег», — поделился спикер. «В частности, по лесным фондам очень важная инициатива, близка всем регионам Северо-Запада. Также изучение финского языка актуально и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге, где есть учебные заведения, где изучают финский язык. Всем интересен и такой социально значимый вопрос, как оплата проезда к месту отдыха и обратно людям, которые ухаживают за инвалидами», — сказал Элисан Шандалович.